Сказки Перо, Гофмана и Андерсена. В книгу вошли сказки французского писателя Перо 1628-1703 год жизни, сказка немецкого писателя-романтика Гофмана 1776-1822, сказки и истории датского писателя Андерсена 1805-1875. Вот сказки у нас Перо, Гофмана и Андерсена. Переходите по ссылке в описании или по ссылочке в шапке профиля в Телеграммы. Там будут зачитываться некоторые сказки, главы. Можно общаться. Будет интересно.